Здравствуйте! В эфире программа «День города». О главных новостях вам расскажут мои коллеги и я, Валерий Седов. Благоустройство в ручном режиме. Николай Любимов оценил темпы ремонта дворовых территорий и добавил депутатам функционала. В центре паутины расскажем, как работают больше 300 дорожных камер региона. Героин на 500 000 рублей. Чужакам здесь не место. Южная история. Мечтательные пейзажи Римы Владюк. Темпы благоустройства в Рязани возросли, кое-где даже значительно. Диалог с гражданами по их обращениям не прекращается. Об этом губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил в правительстве. По его словам, система многоуровневого депутатского контроля начала давать результат. Теперь парламентариям добавят функционала. Они будут контролировать стабилизацию цен на сезонные продукты. Для Николая Любимова вопрос благоустройства Рязани сегодня один из ключевых. Губернатор лично осматривает объекты и оперативно вносит замечания. Работы в Центральном парке культуры и отдыха, за который власти взялись всерьез, сейчас в самом разгаре. Для адресного поддержания порядка в парке Николай Любимов предложил создать отдельную дирекцию благоустройства. Впрочем, чинят, устанавливают и благоустраивают не во всех районах города. Где-то и разрушают. Несогласованность различных служб зачастую приводит к тому, вот, что на улице Братиславской, например, положили асфальт, а потом все вскрыли, потому что надо ремонтировать теплотрассу. Раньше нельзя было учесть, я об этом много раз говорил. На вокзальной, опять же, аварию водопровода устранили, щебенкой ямы присыпали и бросили все. Вокзальную, конечно, вроде как давно ремонтировали, в 2017 году, но ее отремонтировали нормально, она до сих пор стояла. Вот если бы не эти разрытия, собственно говоря, люди продолжали по нормальной дороге ездить бы. Рассинхрон взаимодействия теперь будут устранять народные избранники депутатским контролем, который, к слову, не помешал бы и в вопросе регулирования цен. Стоимость так называемого борщевого набора растет. Губернатор обязал Минсельхоз увеличить в области долю местной продукции. Сейчас у нас в области 88, по-моему, площадок, где работают ярмарки выходного дня. Важно, чтобы все места на этих ярмарках были задействованы и не пустовали. И, конечно, чтобы там продавали свою продукцию именно ее производители, сельхозпроизводители, не перекупщики. Кроме того, необходимо организовать дополнительные площадки для ежедневной продажи местной продукции. При определении таких мест, конечно, прошу обязательно учесть пожелания предпринимателей и населения. И те, и другие должны знать о таком решении. То есть малый бизнес о том, что появились дополнительные места для розничной торговли, а граждане о том, что организованы дополнительные площадки, на которых можно купить свежую сезонную продукцию местного производства по приемлемой цене, которая ниже, чем у перекупщиков и сетевиков. Понятно, что контролировать ценообразование простым волевым решением сегодня нельзя. Это рынок. Но вместо препонов и запретов грамотные руководители применяют так называемый элемент тонкой настройки. При ажиотажном спросе нужно просто увеличить предложение, если есть резервы. Для Рязанской области это будет реноме успешного аграрного региона. Максим Васильев, телекомпания «Город». С этого года в ГИБДД работает система «Паутина». Она позволяет отслеживать местоположение угнанных и покинувших место аварий автомобилей. И, по сути, паутина сегодня опутывает всю область. О принципах ее работы расскажем прямо сейчас. Система фиксирует скорость, с которой двигается автомобиль, направление движения. В общем-то, все это помогает нам определить автомобиль и сориентировать на него экипажа. На экране монитора фотографии нарушителей. Номера мы, естественно, закрыли. Каждая машина попала под одну из более чем 300 камер, которые установлены в регионе. И, словно по ниточке, информация передается в диспетчерский центр ГИБДД. Система эта так и называется – паутина. С мая уже полноценно функционирует. И уже за это время нам удалось выявить более 500 различных нарушений, вот как банальных, как выполнение требований по регистрации транспорта, так и выявить автомобили с подложными госрегзнаками, что довольно серьезно, и за это грозит лишение права управления. Показывать рабочий интерфейс программы пока нельзя, она для служебного пользования. Однако смело можно сказать, что это ее мозговой центр. Тут сидит диспетчер, которому в считанные секунды поступает информация о нарушениях. Их обрабатывают и пересылают экипажам ДПС.
Сейчас мы находимся на маршруте патрулирования экипажа ДПС. Это северная окружная дорога, позади нас автозаправка. Вон там находится камера видеофиксации. Если есть нарушители, с нее поступает сигнал на систему «Паутина». Оттуда экипажем ДПС посмотрим, может быть, нам удастся задержать правонарушителей. Инспекторы работают не только по сигналам, которые поступают с системы «Паутина». Останавливают подозрительное авто и с обычной проверкой. Система реагирует моментально. Работает система «Паутина», номера снимаем. Электроника не ошиблась. Машина не зарегистрирована в установленном порядке. Теперь владельцу грозит штраф. Возможно, водитель попытался прикрыться рамкой ЦНС ФСБ вокруг номера. А может, она осталась от предыдущего владельца. В любом случае, оберег нарушителю не помог. По данному факту составлен был инспекторами административный материал. В отношении водителя вынесен административный штраф. Госрегзнаки его изъяты. Водителю этого автомобиля нужно либо зарегистрировать этот автомобиль в установленный срок, либо прекратить его использование полностью. После составления административного материала сотрудники ГИБДД продолжили свою работу по маршруту патрулирования. Если паутина заметит нового нарушителя, она сообщит инспекторам. Да и хранит эта система информацию месяцами, поэтому теперь у нарушителей вряд ли получится уйти от закона. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Рязанские полицейские задержали двоих приезжих, которые пытались провести в регион крупную партию героина. Оперативники сработали четко и слаженно. Как удалось выйти на след наркодилеров в нашем следующем сюжете? Ну, 2-3 дня назад. С какой целью приезжали? По делам. Мужчина, лицо которого скрыто, наркокурьер. Вместе с другом они приезжали в Рязань и через закладки распространяли героин местным потребителям. Взяли их с поличным. Большой сумки, все, они поставлены. Они там примерно свертка, в котором находится большое количество. Вот паспорт есть. Суммарно в двух пакетах 386 граммов героина. Цена такого на черном рынке примерно 500 000 рублей. Управление по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России вместе с полицейскими отследили маршрут передвижения мужчин по городу и поняли, что курьеры приезжают в Рязань из Москвы на автобусе. На автовокзале «Центральный» оперативники при силовой поддержке сотрудников отряда специального назначения «Гром» УМК УМВД провели специальную операцию. В результате по прибытии из Москвы рейсового автобуса в руках полицейских оказался 30-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. В это время его 29-летний сообщник в целях конспирации, ехавший в другой части автобуса, попытался затеряться среди пассажиров, однако также был задержан. Следствие считает, что мигранты – члены этнической группировки, которая сбывает наркотики через интернет-мессенджеры. Конкретно эти курьеры должны были получить оптовую партию героина и сбывать ее на территории Рязанской области мелкими частями. Следственной частью Следственного управления ОМВД России по Рязанской области возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. По ходатайству следователя суд избрал фигурантом меру пресечения в виде заключения под стражу. 228-ю статью Уголовного кодекса еще называют народной, но в этот раз сомнения ни у кого нет. За решетку отправятся те, кто надо. Статья предусматривает до 20 лет лишения свободы. Валерий Седов, телекомпания «Город». Профессиональный художественный путь Риммы Владюк начался в нашем городе, в стенах Рязанского художественного училища. Непревзойденный вкус, чуткое отношение к цвету, стиль – все это отличительные черты авторской оригинальности Владюк. И в салоне на Старом Перекрестке открылась выставка работ, посвященных морской тематике. Погрузилась в настроение Марина Романюк. Мои работы отображают состояние прекрасного во всем. То, что в жизни кажется обычным, на холсте превращается в волшебство красок и явлений. Отталкиваясь от конкретной натуры, я наполняю ее личной эмоциональностью, живописными нюансами. Поиск и развитие своего языка и стиля в живописи идет у меня постоянно. Так Римма Владюк говорит о себе и творчестве. И говорит очень скромно. Как бы вы назвали свой творческий стиль? Импрессионизм. Хорошо, тогда какие ваши любимые авторы? В искусстве. Фешен очень нравится. Дейнека, Каролин, Серов. А что больше всего вы любите писать на юге? Наша выставка называется «Южная история». Ну, конечно, пейзажи. Пейзажи? Море, да, солнце. Ночные, вечерние тоже очень люблю. Какой ваш самый любимый город на юге? Очень много. Например?
Но Ялта мне очень нравится. На деле же из-под кисти художника выходят эффектные, немного мечтательные пейзажи и натюрморты, в которых лишь угадывается реалистичная картинка, показанная через призму влюбленного в жизнь автора. Для живописного творчества Риммы Владюк характерно особое чувство цвета. Пейзажи получают под кистью Риммы яркую эмоциональную окраску. С помощью цвета художник в своих работах воздействует на зрителя и не оставляет его равнодушным. Может быть, она сюжет один, а работы настолько разные, потому что каждая решена в своей колористической манере. Много лет назад, когда она впервые появилась своими работами в салонах, это было потрясение. Потому что такой свободной живописи, пастозной, и в то же время такой красивой, сочной, было очень мало. Там присутствовал и сюжет, и реализм, и вот это вот разнообразие красок. С начала 2000-х Римма Владюк активно участвует в различных выставочных проектах, снимается в кино и рекламе. Многие работы находятся в российских и зарубежных – Греция, Франция, Италия, США – коллекциях живописи, а также в Золотом фонде в ГИКа. Ее коллекция в стиле импрессионизм будет интересна как ценителям живописи, так и искушенным зрителям. В течение месяца в салоне на Старом Перекрестке эти изысканные пейзажи можно увидеть лично. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Внимание, работает ОМОН. Эту фразу мы обычно слышим во время профилактических рейдов по злачным местам или при задержании преступников. Но сегодня ее можно услышать и в акватории Оки. Бойцы регионального управления Росгвардии патрулируют реку с начала сезона навигации. Основная задача таких рейдов – профилактика браконьерства и добычи водных ресурсов. Маршрут курсирования – популярные места отдыха рязанцев, а также те территории, куда тяжело добраться на авто. Появление силовиков наводит ужас на местных нарушителей закона. Уже возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биоресурсов». Зафиксировано нарушение правил охоты и рыболовства, а также управление маломерным судном без прав. Мы совместно с рыбинспекторами, сотрудниками ГИМС, линейным отделом полиции проводим рейды на акватории реки Оки. Выявляем нарушения в сфере охоты и добычи водных ресурсов, а также следим за соблюдением правил поведения на воде. Рейды проводятся на постоянной основе в дневное и ночное время. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире.